Доченька, тебе сегодня 11-го года исполнился 1 год. Ты уже совсем большая стала. В Челябинске в День магии цифр свой первый год жизни отмечает маленькая девочка Лиза. В сочетании 6 единиц, которые вызвали ажиотаж во всем мире, у челябинской малышки прибавилась еще одна. 11-го Лизе Генжак исполнился 1 годик. Очень интересное сочетание получилось. Я думаю, что должно быть в этом что-то особенное, хорошее. Ну, по крайней мере, за этот год Лиза себя уже показала как очень удивительный ребеночек. Очень хорошая, спокойная девочка. Так что я думаю, в дальнейшем какая-то магия этих цифр еще проявится. Что-то у нас будет особенное. Очередная магия 3 цифр проявится в следующем году, 12-12-12. После нее новую красивую дату из одинаковых чисел придется ждать целый век.